Прокуратура Киевского района города Одессы обращается к горожанам с просьбой помочь не допустить захвата участка земли в мемориале 411-я батарея. Мошенники подделали документы на несуществующие строения на территории парка, после чего в суде узаконили право собственности, а после, опять же, через суд получили право пользоваться земельным участком площадью более 2 гектаров земли. В ходе прокурорской проверки было установлено, что на данном участке никаких строений не было. Правоохранители просят помочь следствию фотографиями из личных архивов одесситов, сделанными в период с 1995 по 2006 годы на участках парка, которые хотят захватить. Часть земли в парке мемориала 411-й батареи площадью более 2 гектаров может попасть в частные руки. Мошенники использовали преступную схему, чтобы завладеть этим участком. Были изготовлены поддельные документы о том, что якобы на территории парка находятся строения, то есть объекты недвижимости в количестве 10 штук. Были изготовлены поддельные техпаспорты о нахождении этих документов и были поданы документы в суд о признании права собственности. После чего был подан иск о праве собственности на строения, которых не существует. И чуть позже слуги Фемиды дали право пользоваться данным земельным участком. Чтобы окончательно вернуть землю в собственность громады, без помощи одесситов не обойтись. В период с августа 1995 года по ноябрь 2006 года, тот период, который нас интересует, сохранились в личных семейных фотоархивах, видеоархивах те доказательства, которые также могут быть использованы нами в суде для доказывания того факта, что имело место мошенническое завладение, попытка мошеннического завладения территории парка землей территориальной громады. Именно в этот период, судя по липовым документам, тут находились эти строения. Участки, которыми фактически завладели мошенники, находятся со стороны входа на мемориал по улице Карла Либкнехта. А если точнее, то ближе к улице Ореховой, фактически в углу парка. Одесситы, у которых есть фото этого участка, сделанные в вышеуказанный временной промежуток, очень могут помочь следствию. У каждого одессита есть такая возможность обратиться в прокуратуру Киевского района по адресу улица Краснова, 10, либо по телефону 731-99-00 и предоставить соответствующие материалы, которые будут использованы в уголовном деле, а соответственно для того, чтобы в дальнейшем, для того, чтобы вернуть эту землю городу, помешать дельцам ее захватить. Самое интересное, что мошенники достаточно хорошо просчитали данную схему, так как именно на этих участках нет взрослых деревьев, что могло бы доказать, что документы поддельны и никаких строений там не было. А у одесситов появился шанс спасти мемориал, и для этого не надо никаких общественных потрясений. Вадим Тютюкин, Юрий Весилык, телекомпания «Круг».